Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня готовим нежную жареную горбушу. И вот какие продукты нам понадобятся для ее приготовления. Аппетитная жареная горбуша у нас сегодня получилась. У нее румяная хрустящая корочка снаружи и нежное мясо внутри. Пробуйте пожарить так рыбку сами, а еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всем очень рада, спасибо за внимание, до новой встречи, друзья!